экскурсию по музеям города Орла. В наше путешествие мы будем ориентироваться по карте схеме маршрута. Вперед! Путешествие во времени! Военно-исторический музей «Диорама. Орловская наступательная операция» был открыт 5 августа 1983 года, в день 40-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Музей занимает часть бывшего особняка купца Чикина, который является объектом культурного наследия. Уже во дворе перед музеем можно полюбоваться образцами различной военной техники. Внутренняя экспозиция музея предоставляет возможность познакомиться поближе с большим количеством экспонатов, представляющих холодное и огнестрельное оружие. Вниманию посетителей музея представлен диорам под названием «Орловская наступательная операция». Она является центральным элементом экспозиции. Диорам посвящена вкладу города в победу Красной Армии в Курской битве. В результате Орловской операции, проходившей летом 1943 года, группировка фашистских войск была разгромлена, а советские войска приступили к масштабному наступлению в западном направлении. Кроме темы Великой Отечественной войны, в музее есть материалы, экспонаты на другие тематики. Другой диорамы, представляющей особый интерес, является работа народного художника Андрея Ильича Курнакова. Здесь изображено сражение под Кромами, состоявшееся в 1919 году. Посетителям музея будет интересно посмотреть на оружие, которое использовалось в разное время с эпохи Средневековья по середину 20 века. Музей Леонида Андреева был открыт в Орловском доме Андреевых 21 августа 1991 года, в день 120-летнего юбилея писателя. В этом доме прошли детские и юношеские годы будущего писателя. Основным экспонатом этого музея является сам дом, сохранившийся до наших дней почти в своем первозданном виде. В этом доме Леонид Андреев прожил 17 лет. Отсюда уехал учиться сначала в Петербургский, а затем в Московский университет. Сюда приезжал на зимние и летние каникулы. Наша виртуальная экскурсия продолжается. Это музей Ивана Сергеевича Тургенева. Музей Тургенева – один из старейших в нашей стране. Он был открыт 24 ноября 1918 года. К столетнему юбилею писателя в доме номер 10 по Садовой улице, известном также как дом Галаховых. Современный адрес дома – улица Тургенева, 13. В 1946 году музей расширился. В соседнем особняке 19 века, улица Тургенева, 11, была открыта литературная экспозиция. В 1976 году в дом Галаховых переехал музей писателей орловцев. С тех пор Орловский музей Тургенева располагается в одном здании, в доме номер 11 по улице Тургенева. Следующий музей писателей орловцев. Музей писателей орловцев располагается в доме Галаховых, в котором еще в 1918 году открыли музей-библиотеку имени Ивана Сергеевича Тургенева. Сотрудники музея сразу начали собирать все, что имело отношение к памяти писателей и уроженцев Орловской губернии. Отдельный музей писателей орловцев, основанный на собранной коллекции, открыли в 1957 году в доме Грановского. В 1976 году музей переехал в дом номер 13 по улице Тургенева, где располагается и сейчас. Жившие в этом доме до 1918 года дворяне Галаховы приходились родственниками Ивану Сергеевичу Тургеневу и Афанасию Афанасьевичу Фету и наследовали личные вещи писателей. Сейчас экспозиция музея посвящена как Галаховым, так и Фету, Апухтину, Пришвину, Зайцеву, Потемкину и другим писателям, родившимся или жившим на Орловщине. Следующий музей Ивану Алексеевичу Бунину.
10 декабря 1991 года в Орле был открыт литературно-мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству русского писателя, первого в русской литературе Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. Старинный дворянский особняк, в котором размещен музей, находится в той части города, где Бунин жил в Орле по нескольким адресам. В экспозиции представлены документы из семейного и литературного архива Бунина, портреты и фотографии, рукописи произведений писателя, прижизненные издания его книг и собраний сочинений. В музее экспонируются личные вещи Ивана Алексеевича, пробковый шлем, в котором он путешествовал по странам Востока и Цейлону, его ручка, чернильница, мундштук, курительная трубка, табакерка, портфель. Следующий музей Николая Семеновича Лескова. Единственный в России музей Николая Семеновича Лескова был открыт 2 июля 1974 года в доме, сохранившемся на месте городской усадьбы отца писателя Семена Дмитриевича Лескова. Экспозиция, которая носит название «В мире Лескова», уникальна по насыщенности подлинными материалами. Посетители музея могут увидеть личные вещи писателя, его мебель, книги из мемориальной библиотеки, первые публикации и прижизненные издания его произведений, портреты и фотографии Лескова и его родных и близких. С марта 2017 года это здание закрыто на ремонт. Экспозиция музея Лескова располагается в доме Грановского, улица 7 ноября 24. Музей изобразительных искусств – главный художественный музей Орла. В его экспозиции есть русское и зарубежное искусство 18-19 веков, иконы, портреты, живопись, скульптура. Есть также русское искусство 20 века, в том числе декоративно-прикладное искусство. Музей занимает бывшее здание Дома политического просвещения, построенное в 1959 году по типовому проекту. Следующий музей Владимира Александровича Русанова. Музей посвящен жизни и деятельности выдающегося научного и общественного деятеля, полярного исследователя Владимира Александровича Русанова. Он был открыт 25 декабря 1982 года в деревянном одноэтажном доме, расположенном в старом купеческом квартале Орла. В этом доме Владимир Александрович Русанов провел свое детство и юность, обучаясь в Орловской гимназии, а затем в семинарии. Сюда он приезжал из своих зарубежных поездок, а также северных путешествий. В музее уделено много внимания полярным экспедициям Русанова, их научной и практической ценности. 5 экспедиций на Новую Землю позволили составить точные и подробные карты этого северного архипелага и способствовали его вхождению в состав России. В своей экспедиции на Шпицберген в 1912 году Владимир Русанов занимался поиском рудных месторождений и установил 28 заявочных столбов на каменный уголь. Значительная часть экспозиции посвящена изучению обстоятельств и поиску следов последней экспедиции Русанова по изучению Северного морского пути. Следующий музей – краеведческий. Орловский краеведческий музей – самый старый из существующих музеев города Орла. Основан в 1897 году. На нынешнем месте в здании гостиного двора. Располагается с 1932 года. В 1932 году Орловский краеведческий музей, объединив несколько других музеев города, разместился в двухэтажном здании торговых рядов. С 1941 по 1943 годы Орел был оккупирован немецкими войсками. Часть фондов краеведческого музея, более 3000 экспонатов, заблаговременно была эвакуирована в Елец, затем в Пензу. Чтобы сохранить то, что не успели эвакуировать, музей продолжал работать в оккупированном городе. В настоящее время фонд Орловского краеведческого музея является самым большим в области по объему и разнообразию хранимых предметов. Экспозиция Орловского краеведческого музея включает несколько разделов, построенных по тематическому принципу: коллекционный,
этнография, знаменитые люди Орловского края, православная Орловщина, история фотографии в Орловском крае, природа Орловского края. В нескольких залах музея постоянно работают выставки – художественные, фотографические, тематические из фондов музея. Наше виртуальное путешествие подошло к концу. Сегодня мы прогулялись по музеям города Орла. Надеемся, что наша прогулка расширила ваше представление о культурном наследии России. История – это то, чем мы должны гордиться, что должны хранить и передавать следующим поколениям. Спасибо за внимание. До новых встреч!